Может ли молодой человек сделать сегодня политическую карьеру в России? Ну, у меня есть один знакомый, который бросил институт, и, собственно, он и сейчас делает. Так что я думаю, это вполне возможно. Молодой человек? Он не может занимать какие-то высокие должности, но какую-то политическую карьеру вполне возможно. Нет, потому что нужны связи и деньги. Если у него их нет, он не сможет этого сделать. Ну, это невозможно сделать за год. Это надо прям, чтобы сделать что-то политическое. Это надо года два-три, чтобы какую-то репутацию себе, точное мнение и разбираться во всем, что происходит в округе. Вряд ли, потому что нужны связи для этого. Ну, связи, деньги, больше, в принципе, ничего. А можно иметь очень большие амбиции, но это все равно не поможет. Если человек умный достаточно и у него все хорошо в голове, то, конечно, может. Я думаю, нет. Ну, из-за особенностей системы, которые власти не позволят власти сейчас стать молодым политиком. Ну, конечно, я думаю, это зависит от того, какая ситуация вообще в мире, в политике, то есть и в стране, и в окружающих странах. Я думаю, в принципе, возможно, скорее. Мне кажется, нет. Ну, хотя, мне кажется, то, что сейчас вся политика на связях, наверное, да, это будет на трудно сделать. Поэтому мы, наверное, придерживаемся мнения, что нет. Сложно простому человеку, да, пробиться куда-то. То есть, тем более в политику. Да, тем более в политику. Лучше заниматься более мирными вещами и более спокойными. Наверное, может, но без связи это вряд ли получится. Ну, мне кажется, такое в принципе, возможно, но с определенным профильным образованием и, наверное, какими-то связями. Я думаю, это сложно, но можно. Молодая девушка, я сомневаюсь, потому что все-таки политика – это как бы мужское, я считаю. Вот, а высшее образование не знаю, как насчет этого, но среднее точно нужно. На это можно будет ответить уже, скорее, после выборов, но в зависимости от того, что будет потом. Если без Навального, то, скорее всего, нет. Если даже Навальный просто будет сохраняться на политическом поле, то будет, скажем так, ячейка в политике, в которой смогут строиться молодые люди. Вполне, ну, как бы, есть способы и средства вполне себе. Государственная дума открыта. Пожалуйста, вступайте в партию, занимайтесь этим, если это кому-то интересно, конечно. На сегодняшнем политическом поле, наверное, никого бы не выделил, потому что мало их. По крайней мере, тех, о которых что-то известно народу. А, тем не менее, там, ну, на муниципальных выборах встречаются молодые политики. Это всегда приятно, но о них вот прям критически мало информации. То есть я не знаю, кто это, я просто вижу, что он молодой. Но по одному этому критерию очень сложно сделать выбор. Конечно, сейчас молодежь не вся толковая, но среди нас есть люди, полные идей, каких-то ожиданий. И, наверное, знаете больше почему? Я считаю, что если человек что-то искренне ненавидит, он это изменит. И сейчас молодежи это очень распространено, поэтому я считаю, что многие из нас делают хорошую, успешную политическую карьеру, которая будет действовать на благо нашей страны.